Ушла шайба на дальний борт. Малыхин здесь первым ее встречает, опередив на мгновение соперника. Пас вдоль синий Пайгин. Как раз на синей краске принял шайбу. Бросил с кистей. Зиян! Пайгин выводит «Авангард» в полуфинал Восточной конференции, друзья. Максим, ну я что могу сказать? К сожалению, для нас сезон завершается. Я поздравляю хоккейный клуб «Авангард» с выходом в следующую стадию. Вам удачи. Я думаю, болельщики новосибирские будут болеть за «Авангард» тоже в какой-то цели. Ну, кто-то не будет за «Авангард», кто-то будет. В любом случае, каждый выберет себе, за кого болеть. Ну, а «Авангард» вырывает победу. На старте овертайма прошло чуть больше двух минут. 2:22.